тут все люди стоят, смотрят на нас, а ты ведешь себя как не человек. Я просто возмущен полностью и целиком. Актеры, вжившиеся в роль хулиганов и дебоширов, это студенты-юристы из губернаторского колледжа. Их задача – привлечь внимание будущих полицейских, которые участвуют в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Административное правонарушение. Ребят, я просто я возмущен. Ну, нам нужно будет на вас составить протокол, вы же нарушаете. Компетенция «Правоохранительная деятельность» в этом году впервые представлена на чемпионате, поэтому вызывает большой интерес как у самих студентов, так и у гостей мероприятия. Компетенция одновременно и сложная, и интересная, потому что ребята практически отрабатывают действия сотрудников правоохранительных органов, полиции, патрульно-постовой службы, следственного управления, отдела дознания, участковых уполномоченных, подразделений по делам несовершеннолетних. Оценку конкурсных заданий проводят индустриальные эксперты, это представители МУВД России Балаковской по Саратовской области, а также Росгвардии, войсковой части Балаковской атомной станции, войсковой части Шиханы. По соседству с этой площадкой демонстрируют свои навыки спасатели. Здесь участвуют 5 команд, и на протяжении нескольких дней чемпионата задания для них будут меняться. Вчера, к примеру, ребята преодолевали лабиринт с завалами, а сегодня спасали людей, попавших в ДТП. И в каждом случае счет идет на минуты, ведь от быстроты и слаженности действий спасателей зависит, выживет ли человек. Как говорят эксперты, не все команды укладываются во время, поскольку не в каждом колледже или техникуме есть возможность отрабатывать навыки на оборудованных площадках. А вот студенты губернаторского колледжа справились за 12 минут вместо отведенных 20. Эксперты оценивают разные виды упражнений. В данный момент оценивали упражнение, называется «Деблокирование пострадавших при ДТП». Удаляются все двери, крыша, и внутри находится два пострадавших с разными степенями тяжести, им оказывается помощь. И передаются бригаде скорой помощи. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству по некоторым компетенциям традиционно проводится в губернаторском колледже. Именно здесь оборудованы мастерские, которые соответствуют требованиям. В нашем колледже представлено 6 площадок по проведению чемпионата по последующим компетенциям. Документационное обеспечение, управление архивоведения, банковское дело, бухгалтерский учет, сварочные технологии, спасательные работы и правоохранительная деятельность, полицейский. Конкурсанты представляют практически все города Саратовской области. Энгельс, Саратов, Балашов, Александров-Гай, Петровск и наши балаковские ребята. Задания для участников чемпионата составляют не только эксперты и преподаватели, но и представители предприятий и различных организаций. Работодатели тоже пришли понаблюдать за ходом состязаний и обсудили вопросы развития системы среднего профессионального образования в ходе круглого стола. Данный чемпионат ориентирован на предприятия нашего региона, на нашу российскую экономику в соответствии с нашими российскими стандартами. Региональный чемпионат «Профессионалы» завершится 31 марта, когда подведут общие итоги состязаний. И лучшие команды отправятся уже на следующий этап, где будут представлять Саратовскую область.